Всем здорово, с вами Макс Пауэр, и сегодня я вам покажу, как готовить ленивую шаурму в домашних условиях. Да, есть очень классный рецепт, который я сам придумал, и я готовлю шаурму теперь каждый день. Выходит она в 3 раза дешевле, чем в магазине покупать. Ну, или где-нибудь там у Ашота, что называется. Итак, для этого нам нужен вот такой лаваш. Это половинка осталась, вчера половинку уже заюзал. Это у нас копченая окорочка, сыр чуть-чуть, ну, можно без сыра, но лучше с сыром. Майонез. И кетчуп. Так, теперь делаем так. Раскручиваем наш лаваш. Вот так вот. Берем копченая окорочка. Это шикарная штука, очень вкусная. Крошим его вот сюда. Теперь вот так закручиваем. Берем сыр. И по-бырому вот так крошим. Ну а теперь промазываем все кетченезом. В несколько слоев. Что ж, пища богов практически готова. Теперь ставим ее в микроволновку на 3 минуты. Так, готово. Ну, так как я люблю по-быстрому хавать, не ждать, пока остынет, использую лайфхак, называется «Держи улица». Охлаждайся. Сейчас будем есть. Вот такая красавица получилась. Что за кума? Что под кумом не было? Значит, не я кума. Что ж, всем приятного аппетита. Отлично. С вами был Макс Пауэр. Делайте свою шаурму, в этом нет ничего сложного. И получается недорого. Ништяк. Вот такими вот псевдо-шаурмами я себя балую. Супер. Очень вкусно. Да, Кать? Иди сюда.